Ну, построить обсерваторию у меня мысль всегда была, когда мы жили в городе на 9-м этаже. Вот, я думаю, как бы сделать выход на крышу, чтобы небольшую обсерваторию там поставить. Вот, хотя бы, чтобы выход был. Вот это меня все мысль свербило. Вот, а когда стали жить в своем доме, я думаю, так никаких проблем. Вот, это у меня все самодельное. Вот, можно, конечно, и покупать все это дело. Но, во-первых, это дорого. А во-вторых, когда делаешь сам, это тебе приносит двойное удовольствие. Не только то, что ты сделал, а то, что еще и не хуже, чем заводское. Пультик управления небольшой, вот он управляет всей этой монтировкой, все это подцеплено к компьютеру, вот, и компьютером можно управлять там у меня со 2-го этажа, вот, и сидеть там в тепле и управлять отсюда и фотоаппаратом, и монтировкой. Когда интересные объекты показываю, приходят посмотреть. Вот сейчас вот Юпитер, Луна, Сатурн. Вот это все можно разглядеть отсюда. Вот, и всем достаточно интересно, даже кто смотрит первый раз. Все просто восхищаются Сатурном, Юпитером. Но особенно Луна всех впечатляет. И кратеры. Все это очень здорово. Вот они старейшие. Это наша соседка Андромеда. Она находится совсем недалеко, 2,5 миллионов световых лет. Вот. Ее в темную ночь можно даже взглядом разглядеть. Но взглядом видно только центральную часть. Вот. А при фотографировании она составляет 4 диска Луны. В данной области прямо фиксирует зарождение новых звезд. Раньше как бы звезды и звезды. Сейчас мы действительно понимаем, что все картинки, которые мы видим в книжках, они реальные, то есть не просто так какие-то придуманные или там сделанные на компьютере, а они действительно существуют. Фотоаппарат тоже управляется компьютером. Вот. Вот. Фотоаппарат.